Валерий Александрович, вот я знаю, что вы дружны с героем Советского Союза Русланом Аушевым. И, в общем-то, в ваших судьбах много общего. Ну, конечно, в том числе и Афганистан. И Руслан Аушев здесь на второй срок был на службе. Да. Сразу после академии уехал. Вот. И вы второй раз здесь. И в общей сложности в Афганистане пятый год. Скажите, почему так бывает? Что человек опять тянет сюда? Почему второй раз? Для того, чтобы объяснить, в стихах, наверное, понятнее. Может, короче, но понятнее. И когда я прилетел, сидели на аэродроме, ждали машину. И вот возникло это стихотворение, интервью с самим собой. Неуклюжий, толстопузый, как корова на сносях, самолет доставил грузы из далекого союза, и вот в Баграме мы в гостях. Кто в гостях, а кто и дома, подступает к горлу ком, улетит в союз корова, а Баграм 2 года снова будет мне родимый дом. Чиркнул спичкой, затянулся дымом сладких папирос, потянулся, оглянулся. Ты зачем сюда вернулся? Задаю себе вопрос. Может, Чеков хруст отрадный будоражит твой покой? Или на китель на парадный захотел еще награды? Не криви, прошу душой. Сейчас приеду, чашку чаю за прибытие приму. Что-то нас здесь не встречают, про себя я отмечаю. Проводили б по уму. И пока мы ждем машины, я себе дал интервью. Настоящие мужчины, не ища другой причины, думаю, меня поймут. Разве может боевая шашка в ножнах почивать, если есть огнем пылая край, что кровью истекая, продолжает воевать? Разве есть сейчас на свете крепче дружбы адреса? Я на свой вопрос ответил и в раздумье не заметил, как машина подошла. Заскрипев сиденье кожей, хлопнул дверцей, к черту грусть, и подумал, ну так что же, если будет мне положен орден, я не откажусь.